Моя девчонка по имени Оля была далеко не отличницей в школе. Она видит мир на своем мониторе, ведь там ее жизнь, там ее территория. Выходит из дома всегда с ноутбуком, ей очень нужна эта хитрая штука. А в сумке с собою для плеера флешки, она знает где есть Wi-Fi в кафешке. Зато не знает выходных и праздников, и день и ночь сидит на одноклассниках, и неустанно кликает мышкой, онлайн общаясь с Сашкой и Мишкой. Она не знает выходных и праздников, и день и ночь сидит на одноклассниках, она едва справляется с Аськой, онлайн общаясь с Лехой и Васькой. День и ночь сидит на одноклассниках и неустанно кликает мышкой, чтоб поболтать с подружкой Ириной.